Всем привет! Сегодня сделаем обзор на Camel синий. Вот наш белорусский. Кстати, я когда в магазине покупал, я думал, это Camel желтый. Попросил дать мне эту пачку. Мне дали, а дома я уже заметил, что это Camel синий с надписью Blue. И что самое удивительное, пачки там были разных цветов. Красные, зеленые, еще какие-то синие. Ну, какая-то новый дизайн какой-то у нас. В Беларуси этого Кэмела пошел. Ну, по составу, что у нас смолы 6, никотина 0,5. Кстати, столько же, сколько вот и в просом в таком вот Кэмеле компакте. Вот эти я курю постоянно, обзор будет позже. Так что дабы будет с чем сравнить. Вот этот Кэмел большой, который дороже стоит, чем этот. И вот этот компакт. Вот. Надпись сзади пачки у нас ЛСС. Это новомодная такая, чтобы сигарета якобы меньше дымит, меньше табачного дыма там в помещении. Все это, я считаю, вранье. Как дымили они, так и дымят. С этой надписью или без. Вот. Ну, давайте откроем, посмотрим. По запаху. Да. Вот, да-да-да. Пахнут они лучше, чем этот. Этот практически без запаха. Пахнет этот Camel, как Camel желтый. Вот, он более такой приятный у него вкус. Это такие безвкусные. Здесь, да, приятный запах. Давайте. Фильтр Мунштук у Кэмела. Как и у этого Кэмела, кстати. Вот, давайте посмотрим. Да, смотрите, какие есть интересные фильтра здесь. Вот, видите, верблюды разных цветов. Вот, вот именно такие там были пачки. Вот почему я перепутал. Желтый Camel синим. Вот смотрите, как оригинально очень. Пятерочка за это. Круто смотрится, стильно, молодежно. Вот. Оригинал Blue. Вот. Видим мы кольцо перфорации здесь. Класс. Я такой фильтров еще таких не видел у Camel. Очень интересно посмотреть, что за они. Давайте достанем сигаретку. Бумажечка здесь какая-то такая не совсем простая. Посмотрите. Вот. Чтобы было сравнить, например, с этими сигаретками, здесь бумажка совсем другая. Здесь обычная сигаретная бумажка, а здесь бумажка такая, как чем-то похожа на самокруточную. Вот и у Данкела российского похожая бумажечка. Ну вот. Давайте по сигаретке приближим. Пахнут также не ароматно, вкусно. Внутри как очень похоже на табак. Набивочка. Вот если вы увидите. Класс, мне очень нравится этот фильтр. Давайте посмотрим по набивочке. По набивочке довольно плотная, нежели у этих. Так, неплохо. Запах нормально. Ну, давайте закурим, попробуем. Ух ты! Очень сильно они дают по носу. Такие с горчинкой. Ну, приятные. Приятный вот этот аромат. Именно такой же, как чем пахнет в пачке. Такой же аромат и остается во рту от этих сигарет. Давайте на плотность дыма ее сейчас. Ну, как-то слабоватенько, может быть, в этом Кэмэле не соврали, не обманули нас этой надписью ЛСС. Давайте ползатяжечки его. Очень мягенько идут. Так вот даже как-то не ожидал, я думал, будет посильнее затяжечка получится. Давайте в затяжку большую. Отличная. Отличные сигаретки. Они мне нравятся больше, правда. Я не думал, что так появится. Вот эти курю постоянно, на протяжении уже нескольких лет. Но эти, хочу сказать, эти лучше. Неплохо.
такие крепковатые, со своим ароматом, скорее всего, наверное, соусным. Вот. Ну, достойно, очень достойно. Не ожидал я. Горят так они не совсем ровно, но и не, в принципе, не быстро. Неплохо. Крепкие. Именно крепость не из-за того, что дым плохо у меня заходит, а вот такой уже есть немножко от этих затяжек вот быстреньких в голове уже головокружение. Никотин делает свое дело. Приятные сигареты. Дымят они, да. Не так сильно. В принципе, неплохо, я хочу сказать. Хорошие сигареты. Отлично, мне очень они понравились. Может быть, даже я перейду на эти. Потому что желтый Camel мне крепковат. А эти отличные. Хочу. Очень хорошие сигареты, в принципе. Отлично. Не посрамили они свое имя Camel-овское. Вот, кстати, у нас, я уже говорил в видео, по лицензии у нас делают хорошие сигареты. Стараются. Вот. Отлично. Мне нравится. Отлично. Хорошие сигареты, правда. Вот. Они дороже этих. Вот, но оно того стоит. Они лучше. Вот пошла, выровняла сигаретка, теперь горит она ровно. Такие я ее накурился уже, в принципе. Мне очень понравилось. Так что будет возможность. Приобретите, попробуйте. Отлично. Отлично. Ставлю удовлетворительно. Приятно, хороший Camel. Молодцы. Так что, как говорится, рекомендую. Пробуйте. Отлично. Мне очень сильно понравились они. Свой приятный аромат. Крепкие. Класс. Лучше. Лучше. Прискорбно мне это говорить, чем вот этот вот Camel. Компакт. Так что, отлично. Хорошие сигареты. Camel. Довольно крепкие. Берите. Ну, наверное, подписывайтесь. Еще будет обзоров много. До свидания.